Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня хотим с вами поговорить о сегодняшнем дне, о субботе, 17 апреля, и поговорить о главных запретах в этот день. Почему именно о главных запретах? Потому что, зная их, значит, мы будем знать, что нам нужно сделать для того, чтобы привлечь благополучие, достаток, изобилие в нашу жизнь. Итак, давайте поговорим более подробнее. Итак, друзья, 17 апреля – это день святого Иосифа. И есть несколько вещей, которые делать нельзя 17 апреля. Итак, согласно народному календарю, в этот день лучше не делать предложения руки и сердца, иначе брак будет недолговечным. Просто перенесите это на другой день. Также в этот день не рекомендуется надевать одежду красного цвета. Это вам сулит проблемы именно на личном фронте. А все планы будут разрушены, если 17 апреля вы захотите поспорить со старшими людьми. Не нужно этого делать. Также вы можете потерять здоровье, если долгое время вы 17 апреля будете засиживаться в ванной комнате или в бане. Это еще одна такая вот народная примета на этот день. Кроме этого, во сне можно будет увидеть подсказки, как вести себя в конкретной ситуации. Ну и, друзья, по народному календарю сегодня достаточно интересный день, когда каждый из нас может петь песни. Конечно, мы каждый день можем это делать, но 17 апреля – это волшебный день, когда это день песнопесца, и вы можете в этот день петь песни и таким образом привлечь удачу и благополучие в свою жизнь. Поэтому обязательно проведите эту такую вот практику, которую еще делали наши бабушки и дедушки. С вами, как всегда, был канал Астрора. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся в следующем видео.